И всем привет, с вами RedCat. И сегодня мы будем играть на сервере Vime World в SkyWars. И сегодня я не один, я с другом, потому что я буду учить его играть в Minecraft. Он попробует сыграть одну катку по SkyWars и посмотрим, умеет он играть или нет. Поздоровайся. Всем привет. Короче, погнали. Стой. Короче, наберем 5 лайков, я оставлю этот красный топовый ресурс пак в описании. Короче, погнали. Так, и вот началась уже наша игра. Так, давайте кого-нибудь постараемся убить. Так, оп. Так, мой друг будет играть в следующей катке. И не говорите мне то, что вот ты... Вдруг мой друг не выиграет просто. Вот ты можешь сделать две катки всего лишь. Одну победную, одну нет. Короче, простите, просто у меня мало времени, ребят. И лето просто, и вот, да, цветочки для этого, для лета. Так, чувак, пока. Мы уже сделали 2 килла, молодцы. Нам дали еще регенку. Да, нам должны дать, да. Так, вотердропнемся. Давайте простроимся. Нет, давайте подождем. Вдруг у этого чела, у вот этого чела есть лук. Мне просто очень страшно. Просто я уже где-то записываю с 5-го раза. Я думаю, если я это выложу, значит я выиграл. Так, давайте немного подкрысим этих чувачков. ГГ, ВП. Ой, чувак, какой же ты читер. Короче, ребят, я оставлю эту катку. Вместо 2 каток я запишу 3. Ну, просто простите, давайте, короче. Я пропал, ну ладно. Короче, давайте наберем под этим видео 5 лайков. И я выложу этот РП. Короче, сейчас будет играть мой друг. И следующая игра после моего друга точно. Ребят, сейчас начнется наша игра. И сейчас играет мой друг. Так, на Shift нажимай, чтобы предмет сразу взять. Да, вот сундук, да, нажимай. Shift, ага, молодец. Лаву еще возьми, на всякий случай. Да. Теперь снимай мой шлем. Ага, и одеваю вот этот. Ага. Так, еще вещи. О, красавчик. Хоть бы фулл алмаз к тебе выпало. Давай. Так, я думаю, он затащит просто. Я уже его немножко научил играть. Давай на Shift буду нажимать, и ты строится. Так. Давай, все. Стройся, ну что так долго? Все, давай, я нажимаю на Shift. Короче, ребят, все, давай, стройся. Да я... Так, давайте, стройся. Поближе ты не допрыгнешь. Короче, ребят, он слил. И я думаю то, что я запишу тогда еще две катки, я буду играть. Так, короче, погнали. Еще к одной катке. Я решил дать вам 2 РП вместо 1. Просто, ну, я думаю, вам будет обидно смотреть на незатащенные катки. И я так решил. 2 красных РП. Круто, все прекрасно. Короче, ребят. Так, давайте захаваем гэблик. Я думаю, то, что мне можно открывать рекламу на моем канале. Я оставлю ссылку на группу. Или не оставлю. Я просто еще не знаю, буду я открывать рекламу или нет. Но я думаю то, что я буду открывать рекламу. Блин, где все люди? Ребят, люди! Короче, никто что-то не отзывается. Да, и что-то сегодня смешной. Так, вон человек, давайте его убьем! Блин, человек! Так, что в этом сундуке? Человека нет. А вон он, человек, давайте убьем его. Я тебя убью, человек. Главное, чтобы у тебя не было слизи богов, удочки на дачу 1 и всего прочего. Что я подобрал? О, удочка. Так, чувак. Ты не заслужил
Не заслужил ты этого, вот этого, вот этого, вот этого. Так, чувак, 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 нет! Не надо меня удочкой своей! Зачем? Зачем, чувак? Я тебя убью, блин, ты грёбаный чувак! Нет, 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 нет! Уйди, уйди от меня! Так, ребят, короче, этот чувак был с удочкой, да, я так и думал. Короче, погнали лучше на центр, просто осталась минута до мистика. Мистикал Честа, как раньше говорил Ливанчик, да, я надеюсь, все помнят Ливанчика. Самый топовый чувак, да. Да, люди, да, так. О, Нежданчик, Protection 3. Так, залутаем еще один сундучок. И осталось 30 секунд. Так, давайте возьмем лук. Жалко, у нас нет стрел. Давайте посмотрим стрелу. Так, у нас пока что 0 киллов. Битва была эпичненькая такая. Почему у меня 0 убийств? Я, по-моему, уже кого-то убивал. Или нет? Так, 10 секунд. 9, 8. Ну, я думаю, это будет занудно. Короче, смотрите, видите, да? Их видите, да? Сейчас их будем убивать с помощью лука, мечом и стрелами. Молодцы. Вот я люблю таких людей. Пока, чувак. А мы остались вдвоем, так что... Давай, чувак, ну блин. Е-бой. Осталось 32 секунды, я думаю, вы подождете. Так, 3 секунды осталось. Давайте захаваем гэплик. Вот так, вот так. Чувак, ну куда ты? Чувак! Чувак! Ладно. Короче, переходим к следующей. Вот уже началась наша последняя каточка. И скоро мы уже будем с вами прощаться. Так, давайте залутаем быстренько сундучки. Не думайте то, что я ухожу из Ютуба. Просто как бы уже подходит к концу наша каточка. Какая каточка? Видос, ребята, видос. Самый что ни на есть видос. Я видел у тебя яйца или снежки, чувак. Ты меня так не обманешь. Шутка, обманешь. Я же говорю, у него были снежки. Врун, фу. Отписка, дизлайк. Я даже на него не подписан. Ну ладно, я даже не знаю, кто это. Подписка, отписка, дизлайк. Давайте, быри, 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 быри. Все, уходим, уходим. Чувак, чувак, чувак. Да ты такой классный, походу читер. Читер, ты читер? Ты читер, читер, читер. Читер. Погна, 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 погна. Как, чувак, как? Ты мне скажи. О, ладно. Чувак, ты такой ДЦПшник тупой. Спасибо, чувак. Спасибо, я тебя даже в крыску не убивали. Чё? Кто тут? Ну да. Я ж анимацию отключил. Уходим. Ты кто такой? Давай, до свидания. Ты кто такой? Да ты кто такой? Давай, ты кто такой? Давай, до свидания. Ты кто такой? Давай, до свидания. Я ж говорю, давай, до свидания. Ты кто такой? Давай, до свидания. Ты кто такой? И ты кто такой? И ты кто такой? Чувак, кто ты такой? Все, давай, до свидания. Короче, мы затащили эту катку. О, у меня даже ачивка какая-то выполнилась. И переходим к прощанию. Шух. Короче, всем удачи, всем пока. С вами был RedCat. Зазен, и всем пока-пока-пока.